сейчас мылись, не ну, у них сейчас чистка, так они вообще активные. Вот так живут сурикаты в ресторане «Рыба и мясо». Ребят, я тоже хочу здесь жить. У них специальная диета. Каждый день чистят, убирают. Вот они, видите, спрятались. Еще одни обитатели ресторана «Рыба и мясо» – это обезьянки. Ребят, к сожалению, это похоже на лемуров, да? Но, по-моему, это лемуры. Посмотрите, какие у них хвосты полосатые. Посмотри на меня, посмотри на меня, девочка или мальчик, какой ты красивый. Ребята, смотрите, это крабы, живые крабы. А что вы с ними делать будете? Пока их сейчас будут запускать в аквариум. У меня первый у тебя был. А почему бы не сразу? Он должен как-то привыкнуть, да? Там подышаться надо ему. Поплыл. Этого первого. Первый пошел. Ну-ка, где ты? Того, туда пустим, ладно? Мы тут приехали в ресторан «Мясо и рыба». У нас проект телевизионный с Андреем Забелиным. Познакомьтесь. Вы его наверняка его видели. Здравствуйте. Андрей, здравствуйте. И Андрей решил нас угостить своим фирменным рецептом. Ребят, это меренговый рулет. А это торт Анна Павлова. А это Юля. Которая скоро станет как Анна Павлова. Как Юля, которая решила похудеть и выбрала самый низкокалорийный десерт. Ну, спасибо, расскажи мне, что это такое, как это на вкус? Это божественно. Я чувствую себя лебедем из Лебединого озера. И когда мы отсюда выйдем, я тебе станцую, Юлек. Вот, ребята, а я тут буду пробовать меренговый десерт. Ой, как бы мне вам его показать. Посмотрите. Посмотрите. Вот. Оформление, малинки настоящие. А меренгу сложно готовить. Я люблю готовить и понимаю, что это сложно. А вот насчет малинки рекомендую попробовать. Что же это за малинки? Ребят, у меня ощущение, что оно тут же растаяло. Я не успела его распробовать. Смотрите, какая... Говорят, Андрей говорит, что какая-то малинка особая. Какой-то есть подвох. Наверное, не настоящая. Вот такая, видите? Она 100% натуральная. Там внутри начинка, да? А это какая-то обработанная малинка. Она похожа чем-то на мармелад, правильно? Да. Да? Это пюре малины. То есть это не настоящая малина, это малиновая... Пюре, сделанное в форме малинки. Я теперь понимаю, почему некоторые блюда стоят миллионы. Да, и мы тут узнали, что, оказывается, на приготовление одного блюда, на придумывание, может уйти миллион. Ребят, очень рекомендую. Рыбки, игуаны, обезьяны и десерты.